В Петербурге всю ночь тушили сильнейший пожар. В Пушкинском районе, том самом, где находится дворцовый комплекс «Царское село», загорелся деревообрабатывающий комбинат. Пламя вспыхнуло на складе готовой продукции и мгновенно охватило помещение, где хранилась сухая древесина. Огненное зарево было видно за километры, район вокруг окутал едкий дым. На складе находились пластиковые трубы. От высокой температуры расплавился металлический каркас здания. Оно стало рушиться, не выдержала кровля. Никто не пострадал, весь персонал и сотрудников, расположенных по соседству организации, успели эвакуировать. Для тушения пришлось задействовать помимо спецмашин еще и вертолеты МЧС. Все заняло более 7 часов. Следователи сейчас изучают все версии, в том числе умышленный поджог.